А сейчас наша следующая история. Героиня этого сюжета – актриса, певица, автор музыки и песен, основатель и лидер музыкального коллектива «Виктория Элефант». Ее зовут Виктория Ротанова. На ее концерте побывала Катерина Павлюченко. Виктория Элефант – актриса и певица, шоу-вумен и фейерверк. Она – неотъемлемая часть петербургского культурного ландшафта. Участница формального театра Андрея Могучего, она отлично знает, что такое перформанс. Я с вами расстанусь и буду дальше в Чикаго учить мольборды. И там к преснодворям уже свести нас. Я буду пахана вода. «Резиновая коза» – это название программы, которую исполняла Виктория Элефант в маленьком клубе, где собрались только свои. Видимо, те, кто приходил на ее концерты в самом начале, еще в прошлом веке, когда существовало легендарное заведение «Арт-клиника». Тогда директором ее команды был одиозный шоумен с тонкой душевной организацией и хорошим чувством юмора Роман Трехтенберг. Я взяла дома, взяла квадратики с бумажечками, написала песни, как карты, вот так их перемешала, бросила. Ну, конечно, там не все выпало как надо, я подправила, и, в принципе, получился набор песен. Первое отделение и второе отделение. Уроженка Киева, Виктория чередует мову с испанским языком, с эквилибристской легкостью переходит с немецкого на русский и, кажется, иногда даже придумывает какой-то свой экзотический язык. Кабаре не кабаре, театр не театр. Жанр определить не представляется возможным. Не говоря уже о том, с кем только госпожу Элефант не сравнивали. От Воробушка Пиаф до Марлен Дитрих. Я стараюсь найти свой образ или держаться своего образа. Я стараюсь петь свои песни. Вот самое главное. Рассказать то, чего мне хочется рассказать. Ничего не хочу. Ни на кого не хочу быть похожей. Вот я человек, вот я есть такой человек. Может быть, мои истории будут интересны другим. Я тебя теряю в этот вечер. В этот вечер. Существование группы «Виктория Элефант» – невероятно ценное культурное достижение. На фоне постоянно открывающихся и закрывающихся площадок, собирающихся и распадающихся музыкальных и театральных коллективов, она остается оплотом стабильности и дарит ощущение, что в северной столице все еще сохраняется дух творчества – сумбурный, экспрессивный, делающий Петербург городом, не похожим ни на один другой мегаполис мира. Екатерина Павлюченко, Дмитрий Соколов, Анатолий Горохов, Мария Афанасьева, Татьяна Аганезова и Вячеслав Архипов. Арт-ТВ.